Подросток заявился на соревнования по скалолазанию с пистолетом. Оружием он целился в юных спортсменов, так говорят очевидцы. Как никого не целится взрослый человек, говорит об этом. Главный судья турнира задержала хулигана на выходе из спорткомплекса. Ей парень рассказал, что пистолет игрушечный, и взял он его у друга. Извините, пожалуйста. Тем более не твой. Зачем ты взял? Подросток пытался давить на жалость и даже заплакал. Правда, отобрать опасную игрушку не дал. Срочно был созван тренерский совет и вызваны родители парня. Им передали сына вместе с оружием.